Мое почтение, многоуважаемая публика, Каржавин Наум Моисеевич. О, Господи, как я хочу умереть! Ведь это не жизнь, а кошмарная бредь. Словами взывать я пытался сперва, но в стенках тюремных завязли слова. О, Господи, как мне не хочется жить! Всю жизнь о неправедной каре тужить. Я мир в себе нес, ты ведь знаешь какой, а нынче остался с одною тоской, с тоскою, которая памяти гнет, которая спать по ночам не дает. Тоска бы исчезла, когда бы я сумел спокойно принять небогатый удел. Решить, что мечты — это призрак и дым, и думать о том, чтобы выжить любым. Я стал бы спокойней, я стал бы бедней, и помнить не стал бы наполненных дней. Но что тогда помнить мне, что мне любить? Не жизнь ли саму я обязан забыть? Нет, лучше не надо, свирепствуй, пускай остаток от роскоши, память тоска. Мути меня горечью, бей и кружись, чтобы я не наладил спокойную жизнь. Чтоб все я вернул, что теперь позади. А если не выйдет, в конец изведи. Всем спасибо.